Проектируя дизайн кухни, невозможно оставить без внимания такой важный элемент, как кухонный фартук. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков, и в этом сюжете мы дадим несколько полезных советов по кухонному фартуку. Лучшим материалом для этого элемента считается либо керамогранит, либо керамическая плитка. Несмотря на то, что первый более практичный и долговечный, вариантов керамической плитки существует действительно очень много, и здесь каждый найдет для себя подходящее решение. Но обратите внимание, чтобы уборка не занимала много времени, выбирайте крупноформатные модели. Чем мельче плитка, тем больше будет швов, которые легко запачкать едой и жиром. Но помните и другой важный момент. Более мелкая плитка визуально увеличивает объем помещения. Перед укладкой плитки обязательно уточните высоту фартука у поставщика кухни. Обычно она составляет от 48 до 65 сантиметров. Плитка должна укладываться чуть выше нижнего уровня верхних подвесных шкафов и обязательно ниже высоты столешницы. Если финансы позволяют, то лучше полностью оформить всю стену за кухней плиткой. Перед установкой фартука проверьте расположение розеток и выключателей. Они не должны хаотично располагаться по всему объему кухни. Лучше всего установить их на высоте 15 см от высоты столешницы до центра и объединить в небольшие блоки. И напоследок, еще один важный момент. Цвет фартука. Он может быть ярким, амбициозным, необычным, ну или как вариант его легко можно подобрать либо в цвет вытяжки, столешницы, каких-то шкафов. Главное, чтобы он гармонично сочетался со всей кухней. И не забудьте, что темные цвета скорее менее практичны, чем светлые. Выбор фартука – неотъемлемый вопрос для дизайна всей кухни, поэтому в следующем сюжете мы подскажем 5 ярких идей, которые могут вам пригодиться.